тихонечко, чтобы никто меня не услышал, чтобы эта жопа спящая тоже не услышала аккуратно. Аметисты. Да, я ваша аметистовая принцесса, да. Аметисты. Аметистовая принцесса, да. Аметисты. Я ей говорил, что она храпит ночью. Она меня... не хотела меня слушать. Так, пока она там дрыхнет, стекла все эти к чёрному... Что происходит? Где что происходит? Воры, просыпайся, нас грабят! Кто? Окна разбил кто-то, ты где? Окна пробились, это... Воры, ты видел их? Где они? Куда они побежали? Ты чё так орёшь, женщина? У меня сердце с пятки ушло! Да нам стёкла... Игорь, нам стёкла разбил! Ты в курсе, сколько они стоят? Это евроремонт был! Ты сейчас всё чинить за свой счёт будешь! Господи, лучше бы ты спала дальше и не кричала, как ненормальная! Это я стёкла ломал! И только я хотел сделать так, чтобы ты это не услышала! Ты чё, совсем что ли с головой не дружишь? Зима скоро! Мы только дом утеплили, да перестань ты это делать! Да ты успокой... Да у меня здесь перестановка ночная, понимаешь? Я здесь себе делаю ремонт в моей комнате. В своей комнате хочешь делай ремонт, хочешь не делай ремонт, но у себя здесь я сделаю. Вот скажи мне, ты адекватный молодой человек? Время 12 часов ночи, ты начинаешь делать ремонт ночью, да еще и стекла бить. Да у тебя думал... все в порядке. Я думал, ты не проснешься, но ты, оказывается, у нас очень чувствительная на шум. Вот иди дальше спи, все. В следующий раз, когда ты будешь спать, я прям перед тобой буду стекла бить. Вообще сумасшедший какой-то. Все, иди спать дальше, я продолжу, ага. И не отвлекай да меня, пожалуйста. Да какой спать-то теперь? Может, ты остановишься уже и расскажешь, что ты тут творишь? О, нормально. Сейчас сделаем то же самое с другой стороны. Тебе сносить стекла? Тебе будем заменять стекла на новые? Я тебе бошку сейчас снесу. Поставь обратно стекла. Я ничего не буду ставить обратно, никакие стекла. Нет, точнее, буду ставить стекла, но немножко другие. Не вот эти коричневые. Так, а сейчас иди за мной сюда, прыгай. Опа. Давай. Ой, опять ералаш какой-то начинается. Короче, Катюха, тут же это самое, как бы, ну, новая версия Майнкрафта. Да ты сгинешь отсюда или нет? Ну ты защищай хотя бы меня. Я тут чё говорю, новая Майнкрафта версия же вышла, да, получается? Я даже не удивлена. Ну, и что там нового? Да, как бы ничего не нового. В той же версии, когда добавили аметисты, тут добавили, оказывается, еще кое-что, что я забыл тебе показать. Так, ладно, заберем 64 стекла, если ты не против, я заберу где твои вот все аметисты. Ну, пару стаков заберу аметистов. Ага, вот так. Не поняла сейчас вот этого намека. В смысле ты мои аметисты забрал? Ради чего? Ну, я тебе сейчас покажу. Так, заходим в верстак, по центру ставим обычное стекло, и вокруг обычного стекла вот так вот, вот так вот, и делаем 6 кусков. Иди сюда. Но, я тебе сейчас кое-что покажу. Иди сюда, смотри. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А? Ну, стекло черное. И что изменилось-то? Ну тогда сейчас подожди, сейчас я тебе еще кое-что покажу. Если ты не понимаешь, иди сюда за мной, сделаем еще парочку стекол, чтоб ты заметила разницу. Вот так тратим почти весь стак аметиста. Вот так вот, еще 20 кусков. Иди сюда. Еще раз тебе покажу, если ты не понимаешь. Еще ставим сюда, и сейчас повыше. Вот так, и с этой стороны еще тоже давай вот так. Сейчас ты видишь небольшую разницу или нет? Нет. Ты меня, наверное, за какую-то дурочку держишь, но я вообще ничего не понимаю. Стекло как стекло, черного цвета. Что не так? Ну ты внимательней посмотри, пожалуйста, Ой, в жопу себе это уколол. Внимательней посмотри. Не понимаю! Ну, зайди с одной стороны, посмотри вот сюда. И зайди с другой стороны, посмотри вот сюда. Смотри. Вот это ремонт, да, или чё?
А чё? Ну чё? Ну иди сюда, господи, смотри. Я ставлю факел. Вот смотри. Раз, два, три факела. Светло, да? Вот здесь освещено все. А сейчас подойди вот сюда и смотри. То, что здесь ничего не освещено, потому что это тонированное стекло. Оно свет не пропускает. Такого раньше в Майнкрафте не было, понимаешь? Ты так умеешь объяснять хорошо. Да я даже на эти факелы не смотрела. Я на стекла фокусировалась. Ёпрасоте! Ну вот сейчас ты понимаешь или нет, почему мне нужны вот эти стекла тонированные? Чтобы они ночью свет через окна не пропускали, и я в темноте спал. Так ночью и так темно. Ну фонари же через окна в глаза бьют и как бы спать не дают, понимаешь? То есть смотри, если по идее комната светлая у писца Филиппа, да, нашего, ну, то если мы здесь поставим тонированное стекло, то зайдя к нему в комнату, там будет темно. Ну, если в комнате есть свет, значит в комнате будет светло, но свет наружу... Мы уберем свет. Свет наружу не будет пропускаться. Ладно, давай ломай вот эту вот шнягу тут посередине города, иди строй к себе стекла, я посмотрю потом, что изменилось. Давай. Ну вот, я тебе говорю, все, темнота у нас будет. А еще, кстати, смотри, эти стекла можно ломать просто рукой, даже не киркой на шелковое касание, они вот и так выпадают. Это туфта какая-то, но ладно, если разработчики так сделали, значит так должно быть. Так, главное, чтобы сейчас Эндермен у нас не спер половину стекол. Вот посмотри в окно. Ну? День, да? Ну, день. А сейчас посмотри на мою комнату. Вот сюда. Вроде как на улице день, да? А в моей комнате темно, как в жопе у крипера. Но вот ты этого добивался, да? Чтобы с тобой заходили, а здесь была вот такая темнотень? Ну, именно этого я и добивался, да? Чтобы мы сюда заходили, а здесь была такая темнотень. Зато сейчас представь, как здесь уютно будет спать. Вообще никто меня тревожить не будет даже среди белого дня. Я днем даже здесь могу спать. Главное, чтобы когда ты спал, никто не пришел тебе стекла ломать посередине ночи. А тогда так будет вообще очень сильно уютно. Угу. Ну вот и все, вот. А ты сомневалась, сработает это или не сработает? Тонированные стекла в Майнкрафт добавили, видишь? И вообще ни капельки света даже не пропускают. Выходи на улицу, потому что у меня для тебя есть еще некоторые новости еще одной вот только что вышедшей новой версии Майнкрафта, Катюха. Иди сюда к Филиппу, чтобы это был тебе намек. Подойди вот сюда, пожалуйста. Так, спускаюсь, все, иду. Угу, ну еще. Вот скоро же Новый год на носу, да? Вот это все. Рождество и вот это мамина мама. Вот у меня к тебе такой вопрос. А что тебе напоминает Новый год? Ну, с чем он у тебя ассоциируется? Ну, елка, подарки, праздник, там вот это оливьешечка. Ага. А еще? Ну, телек, шампусик, там детское, конечно, детское шампанское, что еще? Прогулки, там, санки, ледянки. Ладно, зайди туда внутрь прямо сейчас, заходи, и вот сюда, в комнату к Филиппу. Давай сюда. А что я люблю больше всего в предновогоднюю пару, а? А, жрать. Да какая жрать? Вот самое то мое любимое, что я хожу по улице и кричу каждый раз. А, ну ты кофе любишь пить, выходить постоянно и кофе пить, да? А чё? Господи, на стенки посмотри этой комнаты и скажи, что больше всего я люблю! Белый цвет? Дуримонда, Дуримондовская, это снег! Снег! Я ж на улице хожу как ненормальный, когда в Новосибирске и кричу вот это «Снежок!» А, ну так ты сразу бы и сказал, что ты больше всего любишь зимой в Новосибирске. Я бы сразу тебе сказала, что ты любишь снег. Ой, Филипп, мать у тебя, конечно, Дуримонда, выходи на улицу давай. Вот. Так и к чему ты ведешь-то? Так к тому, то, что в Майнкрафт снег добавили разработчики. Ага. Ты сейчас меня решил так вот обмануть. Ты думаешь, я совсем тупая, что не знаю, что в Майнкрафте есть снег? У нас вообще-то стены вон сделаны из снега. И эти самые снеговики у нас ходили в прошлом году здесь. И елка стояла.
Ну ты это самое... Да ты сгинешь отсюда! Ну ты подожди. Снег-то добавили, но только какой-то новенький снег добавили. И я тебе сейчас это все покажу. Возьмем пару стаков железных слитков. Вот это стекло все выложим вот так обратно. И возьмем немножко дерева, чтобы потом себе скрафтить верстак. Крылья в зубы, фейерверки в руки и полетело в снежный биом. Так, ты говоришь, новый снег сделали? Желтый, что ли, снег какой-то? Ну, типа, ну ты понял. Короче, ладно, полетели. Ну, почти, да. В зимнем биоме встречаемся. Давай. Ага, все, летим. Кать, ты там долго? У меня здесь какая-то третья мировая война происходит. А что случилось? Ты что здесь за война вообще, а? Подожди, да их перекокаю сначала всех. Ты всех остальных кокнула, все, молодец. Да ты пока тут это самое летело, злые жорики с этими флагами транспортную компанию просто и все хлам у меня на глазах перекокали. Так, сейчас самое главное в деревню эту не заходить, а то у меня вот это знамя, дурное знамение второго даже уровня. Поэтому давай мы с тобой отойдем куда-то вот туда в сторонку, я тебе кое-что покажу. Пошли. Делаем верстак. Вытащи стрелу у меня из этого, из глаза, застряла очень сильно. А верстак-то тебе зачем в зимнем биоме? Ставим верстак и сейчас делаем примерно, ну давай, если получится 10 котлов, это будет прям шикарно. На самом деле можно даже сделать больше, чем 10 котлов. Ну, давай сначала вот так, десяточку. Сейчас расчищаю вот этот вот снег. Сейчас сюда поставим сразу все эти котлы. И я тебя не спрашиваю даже зачем, хорошо? Ты собрался варить снег. Кого? Ты собрался варить снег, но я тебе сразу скажу, получится вода, поэтому ты меня не удивишь. Это ты меня каждый раз... Тупизной какой-то. Нет, какой снег варить? Совершенно не снег. Так уже показывай, давай, не томи. Сделаем с тобой парочку ведер. Давай где-то 4 штуки вот так. Ну и давай еще примерно 5 котлов. И тогда 100% у нас все хватит. Все, расставляю котлы. И мы с тобой, Катюха, ждем. Отойди в сторону. Отойди. И мы с тобой ждем. А ведра-то тебе зачем? Скажи, пожалуйста, что ты за шайтан машину тут строишь, а? Да я тебе хотел сказать то, что мы поставим вот это вот котлы и будем ждать, когда пойдет снег, но снег у меня прямо на глазах пошел. Вот это фартануло. Так, Катюха, надо просто ждать. Вот стоим и ждем. Погоди, погоди, тихо, ничего не говори. Ты хочешь сказать, что ты сейчас это все сюда поставил, чтобы в него насыпался снег в этот котел? Именно вот это вот. Мы с тобой специально пришли в зимний биом, специально поставили котлы, потому что разработчики Майнкрафта добавили рыхлый снег, Катюх. А, то есть до этого был какой-то твердый снег, да? Господи, как что придумать, так хоть стой, хоть падай. Не, ну это надо было додуматься. Снег поместить в котел. Вот никуда в другое место, именно в котел. Ну что за странные вещи? Ну и зачем нам это? Ну и зачем нам столько котлов со снегом, а? Два ведра в руки бери. Вот так вот. Собирай, смотри, тыкаем ведром по этому котлу и тыкаем ведром по этому котлу. И у меня есть два ведра со снегом. А сейчас, Катюха... Подойди вот сюда. Ты смотри, как снега много намело. Подойди вот сюда. Выливаем одно ведро и второе ведро. Я сказал ведро. Он прошел только что сквозь снег. Ну так в этом-то, господи, что ж много-то так? Так в этом-то, Катюха, как бы прикол всего вот этого рыхлого снега. То, что через старый обычный снег ты как бы вот это, ну, пройти не можешь. А через новый рыхлый снег можешь! Так он получается как настоящий! Ну, как вот в России снег бывает, или где там еще, в каких странах снег бывает. Меня заморозило? Погоди, чё? Не поняла сейчас. Ага.
Ага, ага, подожди, 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 подожди. Так, подожди. Да убейте этих тигрей, уже заколебали. Так, еще одно. И еще одно. Смотри, заходи сюда вместе со мной в этот снег. Давай. Вот. Вот. Ты такая красивая! И получи, да надо сбрести ты отсюда, хитрый, колотить! Так, еще раз. Ты смотри, как ты переливаешься. А что самое главное, ты на уголки своего монитора посмотри. Это я тоже сразу заметила. Все, меня опять заморозило. Это когда ты замораживаешься, то потом вот, получаешь урон. У тебя сердечки становятся синими, потому что ты замерзаешь до смерти. А, ну то ли дело в детстве, вон мы вышли, могли часами в этом снегу копаться. А тут 5 секунд постоял, уже замерз. Фу. Но ты подожди, подожди, мало того, господи, как с него вылезти, ты, отсюда, все, ты вылезаешь со снега, и ты опять начинаешь отогреваться. Ты подожди, поэтому, да ты сдрыси отсюда, по этому снегу все же можно ходить, и в него можно залезать, и не замораживаться, знаешь как? Нет, не знаю. Здесь нам с тобой, Катюха, поможет наша вот эта новая коллекция броньки, твоя и моя. Разработчики сделали так, что если в кожаной броне залезать в снег или с кожаными сапогами ходить по снегу, то ты как бы не замораживаешься. Опа, вот я проваливаюсь через снег, а с кожаными сапожками можно по нему ходить. Я знала свое истинное предназначение в этом мире. Не зря строился магазин Кати Крафт и вся эта моя кожаная коллекция разных цветов. Аж чувствую гордость за себя! Скорее же в мой магаз! Давай приоденемся и будем по снегу ходить! Тут крылья в зубы полетело! Давай, притащи мне одну коллекцию и себе одну коллекцию! Давай, а я пока... Так, всё, давай. Я пока поохраняю наш снег здесь, давай. Ну, красиво. Так, взлетно-посадочная полоса, куда мне приземлиться? Так, аккуратно. И... Чпунг. По башке. На, броньку давай, выкидывай. Так, давай, шапошки, шлем, штаны, рубашка. Давай, надевай. А вот это уже моя коллекция. Вот это розовая Катюхина, серая моя. Ты крылья сними, футболку свою натяни. Ага. Так, ага, готово. А вот сейчас, если мы с тобой заберемся сюда и прыгнем на вот этот рыхлый снег, то проваливаться мы уже не будем. Так, ну-ка, уйди быстро, пока меня Игорь не кокнул, давай уходи. А если Shift нажать, то начнешь проваливаться вот сюда к Игорюнчику на побашке, давай прыгай. Так, ну-ка, пробуем, оп. Слушай, реально? Работает? Не зря я коллекцию делала. Видишь, какая она у меня всемогущая? А сейчас жопу давай в холодный снег сюда затащи. Нет, ты как бы тоже будешь замораживаться в этой броньке, но намного медленнее, как говорят разработчики. Не знаю, правда это или нет, но мне здесь нравится. Уютно зато. Холодно, но уютно. Вот разработчики реально твою мечту осуществили. Ты же ведь любишь снежок. Вот они тебе и сделали снежок. Хотя бы тут попрыгаешь, повеселишься. Ну, если в этом году в Новосибирск не полечу и снежок не увижу, зато хотя бы здесь от радости сдохну. В прямом смысле.